представился сотрудником банка. Полиция задержала 37-летнего мужчину, который во время телефонного разговора обманом выяснил данные банковской карты и похитил 5 500 евро. Сообщается, что ранее он уже был судим за мошенничество с недвижимостью. Лжесотруднику грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция призывает граждан быть аккуратнее и никому не передавать по телефону свои личные и банковские данные, в том числе служащим финансовых учреждений.